После внешнего анализа деятельности областного управления Государственной инспекции труда борцы с коррупцией вынесли 22 рекомендации. В основном они были связаны с подходом к рассмотрению несчастных случаев. В 2020-м в Северо-Казахстанской области их произошло 46, из них смертельных 8, групповых 3, тяжелых 26. Случаи, связанные с трудовой деятельностью, расследуют с помощью комиссии, состав которой антикоррупционщики раскритиковали. В нее, например, входит работодатель. Логично, что он имеет прямую заинтересованность доказательстве своей невиновности. А значит, открытых коррупционных рисков необъективного принятия решения комиссии не избежать. Также борцы с коррупцией отметили, что механизм расчета степени вины пострадавшего и работодателя профильным методом управление тоже не разработало. В данном случае его специалисты применяют проценты, что тоже не всегда может объективно отражать случившееся.